Всем привет, друзья мои хорошие, с вами Испикер, и мы сегодня посмотрим карту GTA 5 для зомби-апокалипс. И мне поможет сегодня Эля. Если, конечно, узнали ее, поставьте пальчик вверх. Я поставил мод на зомби, у нас будет очень много зомби, и на карте у нас объектов 1900, без пешеходов и без транспорта, просто объектов. Ух, сколько зомби-то! Хорошо, но можно взять, наверное, гранатку. Вот так, возьмем гранатку. Ребята, держите. Что происходит? Что дело происходит? Нам нужно оружие. Нет, или походу что-то у нас какой-то глючок происходит. Нет, все в порядке. Нет, все-таки нас не хочет доставать оружие. Ну, все в порядке. Ну что, у нас очень много зомби, мы готовы, конечно, отстрелять. Но сегодня у нас обзорчик на карту. И у нас получается пригород находимся. И я вижу полицейский участок. Он как-то очень сильно изменился. Я помню, полицейские патрули начинали здесь. И он реально изменился. Сколько растительности. Обалдеть. Я помню, справа стороны был баннер. А вижу баннер. Баннер остался на месте. И сколько растительности. Обалдеть. Так, хорошо, я вижу, какой-то есть входик. Пойдем в входик и посмотрим эту карту. Сколько у нас зомби-то? Обалдеть. Ну-ка, даже можно по головам просто пройтись и уже парочку уничтожить. Маленько пошумели, конечно. Так, хорошо, Элли, пойдем дальше. Что у нас получается? Карта у нас довольно большая, на целый пригород, либо на пол пригорода. Чуть погодя, друзья, мы посмотрим уже свысока. Ох, сколько растительности. Хорошо, у нас прям вход такой в парк. И довольно такая погодка не очень-то и найс. Такой снежок идет. Да, скоро зима, скоро у нас будет снег, и можем поставить в Лос-Антосе снежок. И пишите в комментариях, стоит это делать, либо не стоит. Ну, кстати, освещаемость такая довольно эффектная. Особенно такая растительность. Так, я вижу, есть вышка, на которую сможем залезть. Ну-ка, побежали вперед. Вперед, Элли, и посмотрим. Мы, по идее, тут одни, и у нас нет никакой помощи. Мы совершенно одни. Так, хорошо, у нас есть вышка, посмотрим свысока, сколько получается у нас растительность. О, какие даже ящики сделаны. Интересно, а что они охраняют? Видимо, по ту сторону что-то у нас есть интересное. Хорошо, давай-ка наверх наберемся. Так, еще выше. Здесь можно переночевать и развести костерчик. Так, я слышу церковь даже. Церковь, погода у нас все работает. О, сколько деревьев-то. Обалдеть, слушайте, реально даже здание не видно. Очуметь. Так, хорошо, мы, в принципе, отсюда можем спрыгнуть. Ну, довольно высоко. Аккуратненько спрыгнем, или? Маленько полетали. Маленько полетали. Хорошо, давай вставай. И побежали дальше. Там какой-то балкончик даже есть, на который можно, если что, конечно, тоже переночевать. Ну, друзья, карта довольно... Это что такое? Прям дерево? Дерево растет прям из машины. Вот это просто полный экшен. Так, вижу, зомби лезут прям через текстуру как-то. Оп. Прям по стеночке. Так, нужно пойти нам в ту сторону. Вот здесь можем пробежаться. Давай-ка наверх. Здесь наверх не хочет, а нет, хочет. Хочет наверх и прям на машину. Вот так, подальше от зомби-то. Какие у нас кровожадные-то. О, пожарные. Где другие? Другие ребятишки, я уже не вижу. Так, хорошо, пробежимся здесь уже. Слушайте, реально такая атмосфера. Полностью погружение в атмосферу. Ну-ка, спускаемся ниже. Скоро на канале, друзья, у меня появится тоже зомби-апокалипс. Я придумал уже около 30 серий. У нас будут попутчики, у нас будет базы, которые будем отвоевывать и завоевывать. И также будем отбивать. Да, будет довольно интересно. Если что, подписывайтесь и не пропустите. Какую освещаемость. Да, освещение просто обалденное. И наши зомби нас атакуют. Ну-ка, давай. По хэдшотикам. Вот, минус, минус, о, зомби. Все, минус зомби. Хороший зомби мертв. Где-то еще дергается. Вот так добьем его. Все нормально. Довольно такой убойный автоматик получается у нас. Так, хорошо, пробежимся дальше. Что у нас есть? У нас довольно так... Ну, кстати, можно даже электричество было и отключить. Ну, о, даже работают светофоры. Так, я вижу церковь. Есть церковь, можно даже подойти к ней, посмотреть, что там у нас происходит. Выживших у нас, по идее, тут нету. У нас просто добавлены объекты. 1950 объектов, никаких людей, никакого транспорта не добавлено. А церковь, погода, все в порядке с ней. Как будто новенькая. Так, хорошо, пробежимся чуть дальше здесь и посмотрим, что у нас есть еще. Какие-то даже крики. Есть уже даже полицейские сирены. Где-то по ту сторону у нас кипит жизнь вовсю. Кустарники, кустарники, нам главное подальше от зомби. Потому что они не дерутся, они просто берут и кусают. Очень много, конечно, модов на зомби. Я давно очень долго подбирал, какой самый хороший. И, в принципе, подобрал. Здесь мы пройдем. Сколько кустарников-то? Так, кажется, я вижу. Мне показалось. Показалось парочку зомби. Так, хорошо, у нас есть. Ох, у нас есть елочка. Ну-ка, пойдем-ка сделаем селфи, или... У нас уже скоро будет Новый год, и как раз можно сделать селфи. Хорошо, давай-ка телефончик быстренько достанем. Пока у нас нет зомби, нужно будет сфоткаться.
Так, надеюсь, повернем камеру и не будет никого. Нет, никого нет, нету. Пока что никого нету, можно сделать. Вот так миленькая фоточка. Показал зомби. Короче, у нас довольно милая фотка получилась. И пойдем дальше. Давайте сохраняем. Вроде держит телефон, а телефона нет в руке. Так, хорошо, это дело мы сохранили. Давай-ка быстренько уберем телефончик. И достанем оружие. У нас новый какой-то крючок с оружием. Как его, интересно, исправить? Ну-ка, давай-ка залезем. Или как нужно упасть. Видимо, нужно как-то упасть, и оружие все-таки достанется. Да, бывают такие глючки с персонажами. Ничего страшного. О, есть зомби. Есть зомби, нужно как-то драться. А мы драться не сможем. Ох, есть зомби, можем также залезть и просто отсидеться сверху, пока у нас оружие не появится. А можно даже и попробовать и топориком. Слушай, какой-то реально, ну, топорик, видимо, обновление байкеров. И у нас появились новые оружия. Так, ну-ка, Элли, возьми топорик. Не хочет. Так, короче, пробежимся дальше и, видимо, все-таки появится. У нас есть контейнеры и сможем, в принципе, пролезть. Пролезть, а по эту сторону у нас ничего нету. Нет, у нас все пусто. Ох, есть парикмахерская. Парикмахерская, да что такое происходит там? Нам нужно достать оружие. Можно изменить причесочку, а вот прическу, видимо, не сможем изменить все-таки. У нас закрыто. Так, хорошо, давай по эту сторону. У нас скоро уже светает, я вижу. Уже поднимается солнце, и мы еще посмотрим вот с этой стороны. Ух, зомби все-таки нас атакуют. Ну-ка, давай к оружию. Да или давай оружие. Нет, не хочет все-таки. Хорошо, можем... Вот так замедлить время. И все-таки не хочет оружие доставать. Раньше пробежимся уже без оружия. Возможно, достанет, возможно, нет. Можно же делать руки, может быть. А руки взяют, и все-таки все нормально будет. Нет, не хочет все-таки. Он как-то пытается что-то достать, и штанов на это не получается. Так, хорошо, у нас что-то есть. Татушка. У нас есть татушки, и тоже, видимо, закрыто. Ну-ка, зайдем. У нас там стоит елочка даже. Разработчик постарался даже сделать елку. Даже там. Да, очень даже постарался. Деревья такие разрушенные. Ну, довольно все зрелищно смотрится. И вот наши зомби. Можно даже такой селфи сделать. Ну-ка, давай быстренько селфи сделаем. Пока ты ручонкой мажешь, мы сделаем быстренько селфи. Прям на фоне... Ох, какой селфи. Получается-то. А ну-ка, нам нужно реально получить... Ну, пускай хотя бы такое будет на память. Довольно интересно. Получился селфи как-то. Такого еще селфи я не видел. Хорошо, что у нас есть? О, телефончик держит, все, теперь в порядке. Все, в порядке, ручонки твои здоровые. Нет, не здоровые. Хорошо, что у нас есть. Самолет, видимо, просто упал. Даже добавил камни. Да, разработчик очень много постарался с этой картой и реально, наверное, помучился. Добавить сюда 1900 объектов. А вот наш автомат, друзья, наконец-то появился. Сейчас мы накажем наших зомби. Там ее очень много зомби. Конечно, можно их всех подстрелять, но-ка лежать. Вот сколько крови-то. Добавил даже много крови, и реально смотрится эффектно, особенно против зомби-то. Так, хорошо, где-то видео позади еще зомби. Ну-ка, давай вернемся, накажем их. Вон сколько наших зомби. Можем взять ракету. Эх, друзья, снова у нас проблемка. Все-таки Элли какая у нас маленькая глючная. Хорошо, у нас сколько контейнеров. А для чего, интересно, сделаны контейнеры? Ну-ка, пробежимся, где они начинаются. Так, вон, все у нас. Все у нас есть. Хочешь взять все-таки РПГ, можно же... Ух, ну-ка, возьмем ракетницу. И все-таки парочку зомби мы разрушим. Вот так, улетел. Ух-ху-ху-ху. Что там, походу, отлетел. Так, зарядим. Зарядим на всякий случай. Еще зарядим. Ну, какая неугомонная. Заряжается, заряжается. Вот сколько зарядки у нас. Так, хорошо, у нас контейнеры для чего-то стоят. Даже непонятно. А по ту сторону мы не сможем пройти. Да, тут сделано вокруг все дело. Так, давай-ка другое оружие. Может, даже успокоишься. Нет, все-таки сможем залезть на контейнеры и пройтись. У нас, видимо, еще тут что-то было. Да, интересно, довольно карта. Ух, эта бочка взрывается. Сейчас рванет. Нужно от нее подальше. Большой бабах и пройдем дальше. Да, можно, в принципе, залезть наверх и посмотреть сверху. О, как у нас прыгает, хорошо. Вроде маленькая девочка, а прыгает довольно высоко. А тут, друзья, у нас уже... У нас есть парочку зомби, все-таки бегают, с этой стороны тоже бегает. Так, хорошо, пойдем по контейнерам. Там у нас, по идее, главная дорога. И сможем пройти, посмотреть, для чего эти контейнеры нужны. Что интересно, они защищают. Либо просто это сделано ограждение. Ограждение этой карты. А вот маленькие деревья мешаются. Пробежимся. Нет, не сможем пробежаться. Все-таки деревья нам мешаются. И, в принципе, можем пролететь сверху, друзья. Хорошо, пролетим сверху. Посмотрим все это дело уже сверху. У нас уже наступило утро. И вот так наша карта смотрится сверху. Ух ты же, сколько деревьев-то добавили. Это, получается, полпригорода. Полпригорода прямо возле горы. Ну, давайте поближе приземлимся и посмотрим поближе. Тут у нас стоит машина, еще домики стоят. Ну, в принципе, все, оббежали. Вот, тут не были еще. Не, в принципе, мы тут были. Да, мы тут были. У нас тут
какой-то банк, в который не смогли зайти. Ну, друзья, мы посмотрели всю эту карту, довольно мне интересно понравилось. Если вам тоже понравилось, пишите в комментариях. А с вами был Спикер, и до новых встреч. Всем пока.